Всем здравствуйте. Время начала четвертого. Выдвигаюсь вон туда. Попробую занять позицию, пока тишина. Попытка номер раз. Есть такая поговорка. Охотника девятая заря кормит. Так вот, решили мы с вороном счет цорем открыть. А то 9 это тоже много. Ворона привязал. Ну что-то метров 500 на тишина. Ветерок чуть-чуть пытается дуть. Выйти. Взял вот такой вот штатив для видеокамеры. Это из положения сидя снимать. А это если придется стоя, как трава будет. Ну все, потихоньку буду подвигаться за остановкой. Есть у меня подозрение, что тот, кого мы ищем, может оказаться ближе, чем 500 метров. Ну как-то вот так. Прошло полчаса. Ветерок начинает маленько хоть дуть. Камыш шевелится. Козы начали кричать. За кусты, короче, два кричит, один поближе, один подальше. У одного голос похож на того. И кто-то где-то есть вот в этих кустах. Если сесть, вообще ни черта не видно. Трава высокая. И шуршит еще. Лесуха. Местность болотистая, видимо. Ну, в общем, ждем. В общем, стою я уже 50 минут. Как они поорали. Потом вот тишина была. Минут 30 назад коза ко мне сюда выскочила. Тут кустиков туда он убежала. Там меня, видимо, почуяла. Убежала, закавкала. Сейчас вот где-то слева кричит один. И вот с того леса откликается. Рядом со мной тишина. Кустик спряталась. Может, и трофейный подойдет.
или 4 отросточка маленьких там. Чего-то шукается. Чего не пойму.